10 лет назад неизвестный вирус уничтожил большую половину человечества. Выжившие построили гигантские корабли в надежде найти на них спасение. Они назвали этот проект «Последний приют», но вирус настиг их и там. У тех, кто заразился, был лишь один выбор – умереть в страшных мучениях или закончить все самостоятельно. Улыбки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запел.